И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Храм Ирода был разрушен, а Иерусалим разграблен в 70-м году нашей эры. Слова Иешуа исполнились. В этом видео мы расскажем о нескольких самых явных признаках, указывающих на конец времен и скорое возвращение Иешуа.